Вот зеркало лава получилось матовое. В середине запеченное стекло. Снаружи покрыто влагостойким титаном. Напыление. Глубину можем вкрапление регулировать, может быть больше, меньше. Вот, смотрите, какая получилась. С таким оттеночком. С этой стороны. Среди матового пробивается вкрапление глянцевого серебра. Вот они видны. Вот с другой стороны вот такой вот эффект вышел с глубинным таким синеватым оттенком. Так, вот видео первого образца. Тут среди матовости просматриваются такие вот шероховатости.